Oh! Чё как, бро? Чё произошло? Короче, мне сложно тебе говорить, и все дела, но ты мертв. А, нет, это было легко сказать. Я умер? Я мертвый? Ну да, ты в аварию попал. Ну, знаешь, прости, бро. Ты сейчас серьезно? Более чем. А ты? Ты бог? Не совсем. Не. Так кто ты? Я бог. Бог? Бог, я бог. Ну, типа как, бог ты мой. Приятно познакомиться. Я бог. Бог ты мой. Именно он. Я все равно ничего не понял и запутался. Я как бог, но немного дерьмовый. Ну, типа, не такой клевый. Ладно. Ты чё делал? Ну, типа, немного станцевал. Как представление. Я просто я... Короче, чё ты вообще делаешь? Ну, короче, смотри. Помнишь, вчера ты смотрел телек и потерял пульт? Ага. И нашел под подушкой дивана? Это я. Не благодари. Ладно. Или когда в кафешке ушел в туалет, вернулся, а тебе уже еду принесли. Это же я. Случайно нашел сотку в кармане? Угадай, кто ее туда положил? Этот парень. Бог. А та девушка, которая прошлой неделе подцепила, это тоже ты? Не-не-не, это бог. Сейчас подумаю, что я там еще делал. А, знаешь, четверг. Четверг за день до пятницы. Это мое. Чихать. Чихать это тоже я придумал. Интересно. Девчонки сексуально наполовину, ну, типа на шестерок-семерок, это я. Сиденье в самолетах, где есть немного больше места для ног, я. Обращайся, бро. И мы сейчас на небе? Не, вообще нет. Мы сейчас на ебе. Ебе? Еба, это как небо, но типа... намного дерьмовей. В смысле? У нас не как на небе. На небе есть Netflix, пицца, и очень красивые люди, и удобные диваны. Там не так плохо, как тут. Но у нас есть плоский телек. Правда, там пульт от него не работает, так что придется переключать на самом телеке. А у нас есть хлопья на завтра, очень вкусные хлопья, отличные хлопья, но, кстати, молока нет. Но хлопья есть, кстати, теннисный стол. Но мячик тяжелый, типа, не отскакивает, но можешь использовать воображение. У нас спортзал есть, кстати, очень классный зал, отличный зал. Абонемент туда, правда, безумно дорогой, но, ну, знаешь. Ну, тут, короче, не так плохо, но не как на небесах. На небесах есть стулья, есть где посидеть. А здесь мы просто... стоим. Мы стоим. Всегда. Ну, привыкнуть можно, знаешь. Хочешь пиво? Не, мне окей. Ну, оно теплое, но... Слушай, я просто... Я в шоке, чувак. Окей, короче, попроще, слушай. Есть бог. Понял, он главный на небе. А есть я, бог. Главный на ебе. И есть ох. Он главный в 24-часовых магазинах. Окей. Странно все. Ну и, короче, при этом всем там внизу есть что-то намного хуже, но... Не сейчас. Поверить не могу. Я мертв. Ты в телефоне был, пока вел, бро. Как по-другому? Да я просто смотрел видео в Инстаграме. Оно было смешным. Ты чё, бро? Можно мне еще один шанс? Я не могу, братан. Я свою работу потеряю. Пожалуйста, ты хочешь, чтобы я работу потерял? Мне платить надо за пиво. Слушай меня, бро. Пожалуйста. Сотенся, ты окей, чувак. Ты не хорош, ты неплох. Ты окей. И все подобные люди попадают сюда. На ебо. Хорошо, можно мне на небо или типа того? Пожалуйста. А знаешь, чувак, ты меня сейчас задел. Ты меня обидел. Что не так с ебом? Я просто... Что не так с ебом? Ну, типа я... Ну, просто тут дико отсосно. С меня хватит херни, я не хочу это слушать. И здесь тебе больше не рады. Сваливай с еба. Ты что делаешь? Ты что делаешь, чувак? Че как, бро? Я в аду? Не, на самом деле нет. Это ад. Это ад? Мы как ад, но типа, но не такие плохие. Ну знаешь, здесь очень херово, типа жарко. Нет Wi-Fi, таких штук. Поверь, не могу. Хочешь пиво? Нет? Нет. Ну и ладно. А перевел и озвучил виски. Ага.